Лермонтов застрелил Пушкина. Я должна это знать? Да. А почему Лермонтов застрелил Пушкина? За что? Не знаю, не знаю, не знаю. На ногах ногти, а на руках не рукти. Да, наверное, роговая поверхность и ногти и там, может быть, поэтому. Почему лысые не ходят в парикмахерскую? Ну, они дома могут тряпочкой протереться. Наверное. Почему на ногах ногти, а на руках не рукти? Боже мой. Ну, давайте будут рукти. Лермонтов застрелил Пушкина. Ну, печально. Почему на ногах ногти, а на руках не рукти? Какие рукти? За что Лермонтов застрелил Пушкина? За что Лермонтов застрелил Пушкина? Стоп, они же не... Не они же, не он же застрелил его. За что Лермонтов застрелил Пушкина? Что? 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 Почему на ногах ногти, а на руках не рукти? На руках ногти тоже. Почему на ногах ногти, а на руках не рукти? Не знаю. Извините. Почему на ногах ногти, а на руках не рукти? Не рукти, наверное, по-казахски. Ногти. За что Лермонтов застрелил Пушкина? Как он его застрелил? Почему на ногах ногти, а на руках не рукти? Что на руках тоже ногти? У меня запутались. За что Лермонтов застрелил Пушкина? За то, что... кажется, Лермонтову нравилась жена Пушкина. Почему лысые не ходят в парикмахерскую? Потому что он лысый. Почему на ногах ногти, а на руках не рукти? Это типа смешное шоу, да? Везде ногти. Везде ногти. Везде ногти. Но он его не застреливал. Так уж и быть, пускай он его застрелил. Возможно, он был круче него. Почему лысый? Почему лысый не ходит в парикмахерскую? Уйдите. Почему на ногах ногти, а на руках не рукти? Почему на ногах ногти, а на руках не рукти? Понимаете, русский язык вообще сложная наука.